По сведениям пресс-службы ГИБДД, за прошедшую неделю на территории Белореченского района было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 2 человека, один получил ранение. Зафиксировано 318 нарушений правил дорожного движения. Из них 112 грубых, за которые предусмотрено лишение прав на управление транспортным средством. На дорогах района выявлено 4 водителей в состоянии опьянения. 14 нарушений правил дорожного движения пешеходами. Отмечено 13 фактов непредоставления преимущества пешеходам и 27 фактов невыполнения требования уступить дорогу транспортному средству с преимущественным правом движения. 10 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобилях. Зарегистрировано 9 фактов выезда на полосу встречного движения, а также 60 водителей на транспортных средствах с технической неисправностью, тонировкой лобового и передних боковых стекол. Выявлено 55 владельцев транспортных средств с неисполнением обязательного страхования автогражданской ответственности.